Воспитание спортом. Студенты Ангарского медицинского колледжа организовали теннисный турнир необычного формата. В качестве соперников они пригласили воспитанников детской колонии. Состязания проходили в спортшколе Ангара. Наверное, можно сказать, потому что это в любом случае касается общества, а все мы члены общества, и в любом случае, ну, кто-то лучше в этой жизни устроился, у кого-то есть трудности, поэтому медики же, они всегда спешат на помощь, они всегда по сути своей готовы помогать безразлично, вероисповедание, возраст твой, социальный статус, поэтому мы решили, что нам будет важно, интересно, вот поработайте с такими детьми, вот таким образом, поработать таким образом, через спорт. А спорт всегда сближает. Я сейчас обучаюсь в Ангарском техническом государственном университете, но всегда прихожу поддержать медицинский колледж, в котором я учился. Но спорт приобщает, как бы он сближает людей, потому что ребята, как вы сказали, с трудной судьбой, они встречаются, встречаются, общаются, играют, поэтому приобщаются к спорту и стараются равняться на других. Организаторы отмечают, что ни одного конфликта во время состязаний не возникло.